Торжественное открытие мотосезона 2014 состоялось в Нижнем Новгороде. У подножия Чкаловской лестницы выстроилась колонна из 1500 мотоциклов, а со сцены зрителей развлекали рок-группы. Но это наша нижегородская традиция. Первая суббота после Пасхи, почти 17 лет уже, мы открываем сезон мотоциклетный. Здесь собираются клубы, просто мотоциклисты, все, кто любит это дело. Мотоциклы были представлены разные – черные, белые, красные, с багажниками и без, двухколесные и трехколесные. У каждого байкера свой способ отличиться. Кто-то делал упор на своего железного коня, а кто-то концентрировал внимание на себе. Но соревноваться кто круче все равно бесполезно. Уже людей никого не удивишь, только если из космоса кто-нибудь прилетит, можно все там удивятся. И то, если будет что-то такое необычное. На самом деле все подбирают под себя мотоциклы. И, я не знаю, каждый свой мотоцикл считает лучшим. Можно было не только посмотреть на мотоциклы, но и посидеть на них, и даже сфотографироваться на память. Есть стереотип, что на мотоциклах ездят только брутальные бородатые мужики в косухе и с банданой на голове. Однако на байкерской сходке были и женщины. Кто говорит, что это не женское дело? Не знаю, очень хотелось самой ездить. Вот и ждала на права мотоцикл. Татьяна за рулем своего Сузуки уже 2 года и даже зимой с ним не расстается. Разъезжает по ночному Нижнему Новгороду, а под колесами скрипит снег. Правда, это только во сне. Ну, мне почему-то снится, что я как-нибудь почти по зимнему городу еду. Вот. Много леса. И я все время боюсь мотоцикла, что я сейчас не выдержу, что скользко, что снег, что я его уроню. Нередко такие сны оказываются вещами. В 2013 году на дорогах нашего региона погибли около 70 водителей двухколесных средств передвижения. И почти 1000 получили травмы. Мотоцикл является транспортом повышенной опасности. И причин этой печальной статистики много. Мало того, что нужно знать правила дорожного движения, но еще и нужно уметь управлять байком. Многие забывают о безопасности и отдаются скорости. Да и другие участники дорожного движения способствуют повышенной аварийности. Водители четырехколесных средств не воспринимают мотоциклиста как полноценного участника дорожного движения. То есть если мотоцикл занимает полосу, то его постоянно пытаются отодвинуть. Хотя он такой же транспортное средство, полоса его. В надежде на то, что ужасная статистика прошлого года не повторится, байкеры отметили открытие мотосезона, совершив массовый заезд по центральным улицам Нижнего Новгорода.